Мстить мертвым, ну, это невозможно. Память у живых людей, и мы сегодняшняя ситуация показывает о том, что как бы ни срывали эти таблички, как бы ни срезали кресты, все равно люди помнят и будут помнить в дальнейшем о своих родных, близких, о дедах, прадедах, прабабушках и так далее. Нас невозможно будет поссорить между собой. Освящаем этот крест, чтобы поставить его на том же месте, где был этот, которого зарезали. И зачем мы это делаем? Не за тем, чтобы показать этим негодяям, что вот то, что вы сделали, то мы сейчас сделаем еще раз. Нет. И наша роль, также, когда будем смотреть на этот новый крест, чтобы мы не чувствовали какой-то победы, о вот, они срезали, а мы поставили. Нет, только чтобы мы молились: Господи, помяни этих, которые это сделали, потому что они не знают, что делают. Скажи, огнец жертвенный священник, даже если сделает это еще раз, то можно себе только подумать, вот какие бедные люди, какой там ад в душе, если они это делают. Какие бедные люди, какие люди, которые нуждающиеся в нашем милосердии, в любви, ничего не понимающие. Вот поэтому будем освещать этот день.